Сегодня мы припаркуем домен второго уровня, который будет получен бесплатно на сайте freenom.com. Домен для каждого. Заходим на данный сайт. Далее нажимаем «Проверить доступность». Домен свободен. Нажимаем «Оформить заказ». Здесь мы выбираем период, на который у нас будет зарегистрирован данный домен. Нажимаем «Продолжить». Нажали «Продолжить». Далее нам нужно войти в систему Freenom. Для этого нам потребуется войти либо через социальные сети Google, Facebook, либо Live, либо через адрес электронной почты. Можете попробовать через Google, Facebook, либо Live. Регистрируемся через адрес электронной почты. На адрес электронной почты приходит письмо с подтверждением. Мы нажимаем на ссылку и уже входим в систему, где сможем добавить адрес хостинга в домен, и у нас заработает сайт. Зашли в систему freenom.com. После регистрации нажимаем на сервис и мои домены, либо зарегистрировать новый домен. Выбираем свой домен silversoul-ltd.ml и нажимаем менеджер доменов. Нажимаем на name servers и здесь вводим адреса названия сервера. То есть это ns01.30webhost.com и сервер второй ns202.30webhost.com. Нажимаем change name service. Заходим на наш сайт www.host.com. Далее мы добавляем домен. Нажимаем добавить домен. И вводим наш новый домен silversoul-ltd.ml. Нажмем на припарковать домен. Зайдя на портал www.host.com, мы можем увидеть, во-первых, статус нашего сайта. Все, домен у нас припаркован. Теперь при переходе по адресу silversoul-ltd.ml мы попадаем на наш сайт. Мы припарковали домен, он у нас работает. Все, всем пока.